Тецу зовет меня просто Рена. Так что ты тоже можешь. Скажи, Рена, а чем ты занимаешься в качестве мастера на все руки? Чем угодно, в зависимости от оплаты. Чем угодно, да? Тогда даже пошло... Никаких пошлостей! Неужели не осталось в мире места для надежд? Тецу, а что это с ним такое? Он очень забавный. В смысле тупой. Это все, что я получу? Вы что тут делаете? А, мы тут это... Да, кое-что забыли. Забыли? Это просто... Мы делали поруче. Ичикова! Десятки прекрасных охотниц ждут себя. Присоединяйся к захватывающим битвам. Уничтожай чудовищ во имя мира. Насладись увлекательным сюжетом и яркими локациями. И стань первым во всех турнирах и испытаниях. Girls and Hunters. Ссылка в описании. Доброе утро, сэмпай. И тебе доброе, Шинозаки. Опять кошку зовешь? Да, опять зову. Я только что слышала, как она мяукает. Мяу, мяу. Мяу. Ты слышал? Она мне ответила. Да. Хорошо, поступим с вами так. Признаем, что все были по-своему виноваты, и позволим ему постигать здесь буддизм. Чего? Вы шутите, наверное, Кики? Это женский монастырь. Ну так выкиньте табличку «Никаких мужчин». Вот так просто? Кажется, сейчас меня хотят продать в рабство. Под одной крышей с вот этим? Да, убери его подальше. Марш! Что? Прошу прощения, Рейн. Этот человек доставил нашей гильдии немало хлопот. Скорее всего, его лицензию вот-вот аннулируют. Приношу глубочайшие извинения. До скорого! Хватит нести чепуху, петушиная башка. Хочешь, я их разомну? А можешь? А, вот тут. Как же хорошо. Еще чуть-чуть. Что-то не так? Нет, все отлично. По-вашему, привлекательность мужчины только от роста зависит? Ну, конечно, нет, Нао, это не так. Дело не в росте и даже не во внешке. Ценность мужчины определяется на личностью. Жесть. И не поспоришь. Бабки, сука, бабки! Хая, сензая! Я твой альбом притаращила. Пускай сэмпай полюбуется на тебя новорожденную голенькой. Хая, сэн! А? Что не так там? Сестра просто свали нахрен! Ну что ты такая грубая, кошмар? А тут она первый раз пошла в школу, первоклашечка. Сэмпай, тебе же любопытно. А? А чего ходишь тут? Других дел нет? Служи госпоже Гёкую верой и правдой. Простите, мне пора. Удачи тебе, Мао-Мао! Фу, мерзость какая! А можно я тебе из головы нарисую?
Ну, то есть таким, каким я тебя в своих мыслях представляю. Каким Мия представляет в своих мыслях? Повешу на входную дверь. Вообще-то я их у вас заберу. Так, стоп, 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 стоп! В отличие от французов, нормальные японцы не могут взять и рассказать кому-то о чувствах. Иногда хочется открыться, но никак. Еще бывает, что признаться мешает прошлое. Это сложно. Выходит, несмотря на чувства, вы не можете признаться? Именно так. Говорите по своему опыту. Помоги мне! О, открыла. Сдохните! Ваше превосходительство! Госпожа Камори, вы в порядке? Я не... Тише, тише. Вы молодец. Пожалуйста, молю вас о снисхождении! Тише, тише, хватит! Ушам своим не верю! Он оказался сыном мужика, сбежавшего с кучей денег, занятых у храма! Мина, послушайте меня! Такую огромную сумму быстро не вернешь! Но простить ее мы тоже не можем! Подберем ему разумный способ их отработать. Кто за, поднимайте руку. В рабство! На органы! И как? Видишь насквозь? Ну да, вижу. Но это довольно скучное заклинание. Извини уж, Ферн, что не заинтересовала телом. Ты чего? Малютка. Да нифига подобного! Хакари! Просто хотела зарядить тебя своей энергией. Шутка! Спасибо, Хакари! Ты мой ангелочек! Погодите-ка! У меня вообще-то тоже очень много энергии! Правда? Да уж, зарядила так зарядила! Перси? Кто здесь? Эй, где ты, Перси? Нихера не вижу. Нечем дышать. Слышь, Кахисучи, где дырки для глаз, дебил? Прости, Тоса. Где она? Да это Кахисучи и Тоса из Черного Пса. Нехорошо. Только пастырь может это читать. А ты можешь? Конечно же. Ого, с ума сойти! У всех такие счастливые улыбки на лицах! Что за сцена? Это чья книга? Можно ли мне это говорить? Твое нижнее белье видно. Я последний раз еще в начальной школе была. Ого, так давно? Кстати, когда мы в началке ездили в бассейн или на море, то кто-то из мальчиков всегда писал в воду. Ладно, мы еще газы пускали. Ты пукнула? Все хорошо? Нет, это не я! Не я! Я не пукала! Значит, ты так хочешь ее трусики? Да, дай мне трусики! Ну, тогда... Ладно. Ну, тогда... Я тебе дам свои. Срамота не нужна. Ты что делаешь? Да, да. Тадакуни! Тадакуни что? Тадакуни с девчонкой! Что? Правда, что ли? Правда! Что за дела? Он точно человек?